Всем привет, меня зовут Дмитрий Новлинский, и сегодня я готовлю быстрый и вкусный обед. А на обед у нас сегодня будет паста с грецким орехом. Для начала я сварю спагетти. Уже в кипящую воду я добавлю немного соли, 3 столовых ложки оливкового масла и 300 грамм спагетти. И буду варить их ровно столько, сколько указано на упаковке. Пока спагетти варятся, я приступлю к подготовлению ингредиентов для заправки. Для начала я порежу мелко 3 дольки чеснока. И 100 грамм грецких орехов. Я предпочитаю, чтобы в этом блюде были кусочки орехов не слишком мелкими. Но для приготовления этой пасты орехи обычно дробят в блендере. Или можно раскатать скалкой. Ну вот спагетти уже готовы. Сбрасываю спагетти на дуршлаг и отставляю их в сторону буквально на пару минут, чтобы с них стекла вода. Ровно столько будет готовиться заправка для спагетти. Теперь приступлю к приготовлению заправки для спагетти. На разогретую сковороду я добавлю 3 столовых ложки оливкового масла. Сковорода должна быть именно горячей, а не раскаленной, так как на раскаленной сковороде мелко нарезанный чеснок или пропущенный через пресс просто-напросто сгорит. И тогда блюдо будет горчить. И сразу на сковороду отправляю чеснок, орехи и 60 грамм консервированных каперсов. И не забудьте добавить щепотку соли и немного черного молотого перца. И слегка все обжариваю. Готовлю примерно 1 минуту. После того, как заправка для спагетти готова, я ее убираю с огня. И теперь добавляю в нее немного листьев свежего базилика. После чего выкладываю в нее спагетти. Хорошенечко их смешиваю с заправкой и накрываю крышкой. И дам им постоять примерно 1-2 минуты. Для того, чтобы они пропитались вкусом заправки. Вместо базилика в это блюдо можно добавить свежую петрушку. Или сушеную петрушку, либо сушеный базилик. Но сушеную зелень нужно добавлять в заправку в тот момент, когда она еще готовится на огне. Готовую пасту выложу на тарелку, посыплю тертым сыром, украшу базиликом, и пасту можно подавать на стол. Друзья, вот такое вот вкусное и сытное блюдо, которое готовится очень просто и быстро, я сегодня приготовил. Всем приятного аппетита и до новых встреч!